товарища, значит, Гауда. Гауда, Ландан и Майлд. Это, значит, соответственно, значит, сыр. Мы его сразу пробуем. 48% сыр пахнет. Как все сыры? Гауды. Соответственно, значит, ничего общего с пошехонским сыром с нашим не имеет и не будет. Как и наоборот. Значит, вкусно для бутербродов, для тостов. Голландия у нас никогда не прекратятся поставки. Бутербродный, 48, безлактозный. И, значит, как я так, ну, предполагаю, корой. Значит, сыр я вам рекомендую. Рекомендую, значит, купить, попробовать. И оставляйте на нашем сайте, на те сыры, которые вы попробовали, оставляйте свои комментарии. Вот, и тогда, так сказать, будет ваше независимое мнение. Вот, кстати, этот кусочек был 172 грамма. То есть это не 50 грамм, не, так сказать, это. Поэтому вот таким образом можем порезать. Будем резать кубиками. Сырные тарелки делаем. Вот, значит, так что покупайте, пробуйте и оставляйте комментарии. Все, всем спасибо.